35-летняя Хлоя Кардашьян подразнила фанатов откровенным нарядом. Американская звезда позировала в полураздетом виде. Младшая сестра Ким Кардашьян старается не отставать от родственницы. Хлоя примерила обтягивающий купальник боди светлого оттенка. Модель собрала волосы в высокий хвост и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Звезда реалити-шоу дополнила образ крупными золотыми серьгами. Съемка проходила на заднем дворе роскошного особняка Кардашьян. Горячий кадр вызвал бурную реакцию среди фанатов модели. «Убийственно хороша. Вот это формы. Очень женственная, сексуальная, аппетитная», – прокомментировали они. Свое восхищение выразила и мама Хлои Крис Дженнер. «Ты настоящая богиня», – призналась она. Подписчики обратили внимание на самый неожиданный комментарий под фото. Бывший возлюбленный модели, 28-летний баскетболист Тристан Томпсон, тоже не смог сдержать эмоций. «Просто идеальная», – высказался спортсмен. Хлоя и Тристан расстались в прошлом году, после того, как баскетболист был второй раз уличен в измене. Более того, он целовался с лучшей подругой Кайли Дженнер Джордан Вудс. Хлоя разорвала отношения с отцом своей дочери Тру и старается избегать личных встреч с Тристаном. Комментарий Томпсона вызвал эмоциональную дискуссию среди фолловеров Кардашьян. Они призвали модель не покупаться на слова баскетболиста. По их мнению, спортсмен дважды пренебрег доверием звезды и публично ее унизил. Хлоя, не ведись на его комплименты. Он сперва подлизывается, а потом гуляет с другими моделями. Зачем он все это ей пишет? Ты так обидел человека, а теперь делаешь вид, что все нормально. Просто отвратительно, Тристан. Очень недалекий человек, по всей видимости. Так накосячить и не осознавать последствий. Возмутились они. Недавно Хлоя призналась, что Тристан пытался поцеловать ее во время детского праздника их дочери. Фанаты осудили звезду из-за ее чрезмерного увлечения пластической хирургией. Во время празднования Хэллоуина Кардашьян примерила дерзкий наряд в стиле Стервелы Давиль.